Всем доброе утро. Мы тут с утречка вышли на прогулку. Солнышко светит, хорошая погода. Птички, слышите, поют. Думаю, должно быть слышно. Красота. Красота. Так что гуляем, наслаждаемся погодой. То снег, то трава. Там был... Кому ты там звонишь? Скорую. Скорую? А что у вас случилось? Пусто. Так, надо дверь закрыть, а то музыка. Там выпилась какая-то зеленая штука. Да? У Эмили беда, да? Нет, это не. Вот там. А, Эмили. Да, я на сейчас две куклы. Это Меланина старая, а это Эмили. Короче, у нее теперь близняшки. Да. Так. Когда Яшка играет, я пришла здесь постелить ей новое постельное белье. Надо, правда, погладить. Оно так мнется сильно. После стирки ткань такая отличается от этой. То такая более жесткая. Сейчас немножко проглажу и буду менять постельное белье тогда. Ну, красота. Ну, красота. Мне очень нравится. Тебе, смотрю, тоже нравится, да? Mm-hmm. Принцесса в шоке. Но она все равно отличается по качеству, такое, знаете, плотное. Возможно, через пару стирок станет гораздо лучше. Mm-hmm. Ты модница нацепила. Помните, я Милане покупала как-то? Вот теперь Даяшка носит. Модница. Хочу, когда мы переедем, купить себе тоже комплект постельного белья, такой нежно-розовый. Зачем ты это сделала? Просто мне красиво. А как туда ходить? Писать? Писать, писать, писать. Обклеила весь. Не, ну прикольно. Ну, мне прикольно. Мне просто мне кажется, потом, если это все отлепить, там будет клей этот весь оставаться. Вообще не люблю все это клеющееся, когда есть дети, потому что если куда-то наклеить... Вот Даяна тут мне наклеила, видите, сюда. Тут остались вот эти липкие штуки. Я периодически прихожу, подмываю, но все равно грязь остается, потом все это прилипает. Очень тяжело отодрать. Есть, конечно, те наклейки, которые быстро отдираются, но в основном это очень сложно. Все отмывается. Хотя я ее учу, да, я на не клею на мебель, но периодически, как говорится, дети, забывается у них все. И все равно какая-то наклейка где-то остается. Слава богу, что квартира идет на продажу, да, ну, скоро. И мне не придется здесь ничего делать. Например, стены, вот видите, когда мы плакаты снимали, мне не придется это подкрашивать, потому что я думаю, жильцы, которые сюда приедут, они не будут жить в таких условиях. В любом случае будут делать ремонт. Так что будем все оставлять как есть. Никакие наклейки снимать не надо будет. Я просто чистенькую квартиру оставлю и все. А все эти наклейки, вот все это, все буду оставлять. Конечно, жалко поняшек, но мне кажется, их перевести уже будет невозможно. Вот эти вот наклейки с дверей будем оставлять здесь. Мне кажется, они несъемные. Ой, так что пойду сейчас дальше убираться. Завтра должен прийти хозяин, будут фоткать квартиру. У Миланы в комнате до сих пор трэш. Это вообще, это капец. Подросток, как вы знаете, да, я не заставляю ее убираться в своей комнате. Я вообще туда не захожу. А если захожу или прохожу мимо, как говорится, я молчу, делаю вид, что просто комната великолепна. Но не тут-то было. Вчера она приходит со школы, я говорю, давай ко мне сюда свой телефон. Я говорю, быстренько убирать в комнате, потому что ей послезавтра придет хозяин. О, боже мой. Все дошло до того, что она собирается уйти опять к отцу жить. Просто потому, что я попросила ее убраться. Она сказала, что она этого делать не будет, но пошел скандал, потому что, ну, все-таки хозяин придет, это будет фотографировать, так нельзя. Ой, короче, вот так и живем. Дети-подростки. Ну, я, в принципе, спокойна. Ничего страшного. Пойдет, поживет чуть-чуть, придет обратно. Это уже второй раз сейчас будет, так что не страшно. Не страшно. А уборки, поверьте,
Там выше крыши просто. Я вытащила все из-под кровати. Там, я думала, умру от этого вида всего. И скидала все в кучу. Но опять я плохая, потому что это я навела беспорядок. Просто она не замечала, что у нее по всем углам этот беспорядок. Короче, вот такие вот дела. Мамочка, но... ты плохая. Хорошо, спасибо. Все, пошла я дальше шуршать. Ездили на танцы. Девочка Даяна угостила вот такой печенюшкой со зверюшками. Я помню, в детстве их тоже любила. И, кстати, всегда там обгрызала, знаете, то лапки, то хвостик. И в последнюю очередь съедала уже голову. Не знаю, я одна такая или кто-то еще так ел. Вот Даяна попросила. Давно не ели. Ой, 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 ай-яй-яй, не влезут. Не, влезут, трамбую сейчас все. Супер, идеально. Сижу тут, смотрю фотографии. Нашла в старом телефоне какую-то часть. Смотрите, что нашла. Это я вот, у меня уже схватки. Я в роддоме. А это за день до родов. Это с Даяной. Вот, это у меня уже схватки. А это первая наша фотография. Смотрите, кстати, как пятнышко раньше выглядело. Потом оно поменялось. Такое темное. Носик этот сладенький. Сейчас вам покажу фотку, как мы ехали домой. Такие маленькие ручки. Это такой смех. Блин, у меня садится батарейка, надеюсь, успею. Такую крохотулечку. Ой, так, фокус ловись. О, страшненькие они, когда рождаются. Вот такие у нас совместные фотки в роддоме. Я, кстати, не знаю, как достать отсюда. У меня, видите, показывает, что не, ну, никак. Такая малюточка. Малюточка, малюточка. Так, сейчас покажу. А это вот в день выписки. Так, сейчас вот так мы выписывались. Я постаралась одеться такая, знаете, все светлое. И вот так мой жулик ехал домой. Такая смешная. Это первый раз кроватку я положила. Такая маленькая вообще малюточка. Малюточка такая смуглая, темная-темная. Обалдеть. Так, фокус плохо ловит даже на такое маленькое. Я, кстати, когда приехали, я сразу запихнула ей соску в рот. А в роддом забыла взять. Приехали, сразу дала. Но даже это не уберегло меня от сосания пальцев. Такая крохотуля. Ну, вообще. Вот у нас, кстати, первая фотография на руках. И вот такая вот. Вот вы помните своих детей вот такими малюсенькими, а? Мне нравится, когда они во сне улыбаются. Спит, улыбается. Довольно. Прогулочки. Раньше у нас была такая коляска, первая. Но у нее рама так скрипела, вся колеса как-то крутили странно. Мне не понравилось. Она ехала как гроб. Я ее продала и купила другую. Посмотрите на эту красоту. Такая мульбусенькая вообще. А так она выглядела, когда кривлялась. Ей тут буквально пару дней только всего. Упс. Так, я там закрыла фоточку. Ой, эти сладкие ножки. Обожаю, обожаю. Вот, это мы первый раз, кстати, тогда ехали на поезде. Нам было буквально сколько, неделька? Неделя, две, 10 дней, не помню точно. Вот так я выглядела буквально через 2 недели после родов. Я набрала 19 килограмм. Ну, в принципе, скинула быстро. Такое жуткое, не могу. Короче, на это можно смотреть вечно. Вечно просто. Вот так вот листать, листать, смотреть и смотреть. А это уже через 3 недели, наверное, после родов. Короче, довольно-таки быстро.
восстановилась. О. Ладно, больше не буду показывать уже на 4 минуты. Тут просто бесконечное число этих фотографий. Гномик. Можно показывать. Так. Взгляд. Смотрите. А, не могу. Вот так она любила спать. Да и она вообще очень крепко в детстве спала. Я могла ее носить, переставлять. Вот так она засыпала иногда, когда покушала. Я ее переставляла, и она даже не дергалась. Короче, вот такие вот крошечные.